Попробуй. Закуси шоколад. Если ты мне друг, закуси. Ты поймешь, почувствуешь, ощутишь вкус. Горький сначала, потом сладкий. И все вместе. И горький, и сладкий. Вкус. Жизнь. Наливай все. Они продолжают разговаривать, не замечая, как мимо них проходит шоколадница с картины Жана Этьена Лиотара. Она несет поднос, на котором мелодично, как китайские колокольчики, позвякивает фарфоровая чашка горячего шоколада на блюдце, стакан воды и бутылка водки. Она уходит со своим подносом, а они остаются. Они уснули или, может быть, умерли, отравившись ядовитой чеченской водкой. Но все равно им обоим снится шоколадница, которая только что прошла мимо. И на подносе у нее позвякивает чашка шоколада и бутылка водки, на этикетке которой они все вместе, втроем с шоколадницей, позируют Жану Этьену Лиотару для новой картины, которая суждено стать этикеткой нового сорта водки со вкусом шоколада, горько-сладким вкусом, с названием «Вкус жизни».